Привет, Морти. С тобой даже кот здоровается. Я только сел, только начал, и он замявкал. Что? Иди сюда. Все розовые. Ладно, хотя бы Юки красный стал. Мяу. Иди сюда, мяу. Сейчас я покажу кота. Че ты лежишь в голове? Что ты привет скажешь? Привет, Мурти. Ну, знаешь, Маюки, я уже здоровался. Морч, морч. 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 Все любимчик просто. Да-да-да. Так, а как игра называется? Все в розовом. Да, это он. Все правильно, Мурти. Я Black Set был правильный. Чпуэньк. Че я с такими выпущенными глазами сижу? То я сижу и закрываю постоянно, то с выпущенными сижу. Так. Чпуэньк. И моя менюшка. Немножко погромче сделал, наверное. Я в душе не знаю, чем игра. Я в нее еще хотел поиграть, когда мы были на этом. Когда... Да, я еще на старой видюхе был. Но она... Интересно, что значит режим стримера. Ладно. Не, Firewatch я точно проходить не буду. Я его проходил уже раза два. Без стрима. Больше не хочу. Новая игра. Сейчас, скорее всего, полчасика поиграем. У меня отвалится челюсть. Я ливну из игры. Давай, удачки. Дорогой Кардин, сегодня твой последний приезд, прошло немало лет. Сейчас все погромче, все-таки. Мне жаль сообщать тебе печальную новость. В сарае твоего дедушки Фларина случился пожар. Когда ты получишь это письмо, он уже будет погребен. Тебе не нужно тратить столько времени на поездку сюда. Фларин бесконечно любил тебя и очень тобой гордился. Подпись отец Иеремия, приход Мундауна. Это письмо от Иеремии какое-то подозрительное. Хочу поехать туда и выяснить, что произошло. Осмотри сгоревший сарай. Теперь кто же может следить за всеми мутами со столика, да? А только их я должен использовать. Сейчас это звилистая дорога. Нельзя курить и пыхтеть. А-а-а-а.
Я не зеваю. Я выдыхаю воздух. Особым способом. С позором. Бля, этот водитель бог. Ой, там кто-то этот. Что-то, мне кажется, надо будет потише делать потом. Ходит так. Я, честно, не хочу спать. День первый. Я уж забыл, как туман отделяет этот мир от того, что внизу. Эта тропинка ведет, то есть свела в дедушкиному сараю. Не, ну игра выглядит прикольно. В таком рисованном стиле. Эта дорога ведет назад к автобусу. Мне еще рано покидать Мундаун. Мундаун. Это немецкий? Или это другой язык? Или это английский? Он с таким акцентом читает просто. Точнее, говорит. Эта дорога ведет к старому дому дедушки и церкви Иеремии. Нужно все смотреть, прежде чем двигаться дальше. Мундаун уже занесло снегом, кроме двух черных вершин. На них снега никогда не бывает. Приветствую. Какая-то жесткая картина. Дедушкин сарай. Сгорел дотла. У нас есть фонарик или что-нибудь такого? Нет? Нету. Писуйте, мать имущая. Но прыгать мы умеем, конечно. Чё он за мной ходит? Отстанет. Requiescat in pace. Успокойся с миром, это так, кажется, переводится. Так кто, мамонт? Тимень. Денок пропускал. Ё-моё. Правильно рисовал, пока сарай горел. Волосы сарая, помогите. Там чувак рисует, ты знал? Ха-ха-ха. А. Весь ты урод. Ну-ну, малыш. Хочешь отправиться за своим дедушкой? Ступай сюда, тут тепло и уютно. Кто? Кто ты? Скажем так, старый друг твоего деда. Пусти. Допусти мою руку. Как пожелаешь. Но сперва я оставлю тебе подарок на память. Как говорится, человек и судит по его рукопожатию.
Все, руку обожгли нам. Ё-моё. Боже, это твой дедушка? Наверное, он понял, что попал в ловушку. Просто сидел и ждал, когда огонь до него доберется. Пинч защитила ее от огня. Наверное, дедушка специально положил ее сюда, чтобы я ее нашел. Так, а как мне отсюда вылезти теперь? Любимая дедушкина трубка. Возьму ее на память. Найти табак для трубки не обязательно. Ну как снять проклятие? Не найдешь. Я умею приседать? Не умею. Так, нам нужен табак. Если тело дедушки до сих пор здесь, кого же похоронил Иеремия? Сходить на могилу к дедушке. Чтобы понимать, что я могу открывать и что не могу. Конфет. Все прикольно. Все же халявные конфеты. А, ведь мы здесь ничего не... Ну-но-но, я вообще-то даю конфеты сестре. Наоборот. Вот я не стримил сейчас. Сидел. Коту было насрать абсолютно. На все. Он просто лежал и нихера не делал. Я начал стримить, начались мяу. Началось хочу пописить, хочу покакать и так далее. Сейчас надо, конечно, помяукать, поорать, поссать, посрать, еще кучу всего сделать. Покопать, хардбас на лодке устроить. Это за знак. Картина соскоревшего сараем исчезла. Я должен найти картину ее автора. Я ну-ка сейчас. На секундочку. Сейчас приду. Хера, шерсть прилетела.
Потом спрашивают, почему я на кота злюсь. Угадайте с трех раз, блин. Что бы ты ни делал, этот говнюк всегда вылезет в какой-нибудь неподходящий момент и пойдет посрет, например. Это либо сиди и нюхай его говно весь день, пока не закончишь дела. Либо иди убирай это сразу же. А где табак? Где могила? Он виноват, что он хочет какать именно тогда, когда я занят. Он специально ждет момента, когда я начну чем-то занят буду. Он никогда не какал, когда я не был не занят. Ни в чем. Вот в чем проблема. Я сегодня весь день сидел, ни херайшеньки не делал. Пока меня не позвали играть. Он даже мог посерить, пока я сидел играл. Он и молчал, пока типа я не начал стрим. Стримлю. Я хочу тишины, когда стримлю. Я не люблю, когда помеха пушистая мне мешает. Орёт постоянно. Срать идет. От стрима 17 минут прошло. Он уже мне тут наорал, ты фига. И что? Мне тоже когда какать хотеть орать? Я аж голова от него разболелась уже. А, табак я так и не нашел. Я не знаю даже, где могила. Подзорная труба. Сходить на могилу. Что это за картинка? У него это болит. Ты не представляешь, сколько раз я на него кричал за последнюю неделю. Я бы даже сказал, за последние несколько дней. Ну и секретное место, я о нем почти забыл. Я мог пропадать тут днями и ночами, когда переехал жить дедушке после смерти родителей. Фонарики у меня нету, да? Я целыми днями искал подходящие камни, чтобы вернуть их, пускай и в таком виде. Я не вывернечаю. Я высказываюсь. Я не могу зажечь спички. А, у меня все выглядит. Купание? Или это просто вода, значит? О, нет, это игра головоломка. Черт.
Они обещают, что этот кофе придает смелости. А я умираю? Нет? Да, умираю. Ладно, все-таки я умираю. Огонь убивает. Как так? Нет. Отсюда? Серьезно? Ё-моё. Чё так далеко? Ладно, все, в огонь не встаем. Я понял. Спидран. Чего около меня появилось? Сейчас опять пройдет старик и сломает моих игрушек. Чему мои камни не нравятся? Сам сломал. Кажется, у него рука изгибается. То есть нам сожгли сарай деда, и мы такие приехали и начали сжигать чужие сараи, да? Или как это работает? А зачем отсюда поджигаешь? Ну пусть горит пока что. На, Бошия. На, Бошия. Жесть, все. Оно вечно будет гореть, я так понимаю, да? Ну ладно. А, не, не вечно. И там что-то интересное есть. Нет, нет, горячо. Отлично, потушился. Дом дедушки. Помню, он скоро рассказывал, что этому дому не одна сотня лет. Все горит. О, а, показалось. Все там будто, а, нет, там ничего. Там у большого креста кладбище.
Что здесь вот мы вот свести шефа? Кто-то следил со мной. Это пока тебе не хватает погрузчика. Мувил. Фермер же заработал дело давно минувших дней. Дом дедушки, в окне спальни свет от свечи. Отряд, в котором дедушка служил во время войны, на их флаге изображено солнце. Тот человек крайне слева не похож на солдата. Вот, блин. Я уже смотрел кафе, Я уже смотрел ауа и ла кацетта. Мы еще и толстым можем стать. Фотография вели до майшка. Я созевал си будян цил мувел. Фидеевал шко. Си леварте воза и не шкица. Сварить кофе не обязательно. Можете сохранить игру вручную у старинных часов. Прогресс также сохраняется автоматически в ключевые моменты. Военных фото дедушки. Он никогда не рассказывал о тех временах. Ой, бабу. О, господи. Теперь мне не уснуть. Покататься с изображением ночного катания на санях. Мне нравится кататься на санях по слонам Кандауна. Всех что-то надо положить. Не работает. Фигованно. Как же тетя, которая там сидела? Или это дядя был? Все больше не сработает. Нету. Ну ты из ниоткуда появилась.
Ехали. Это была моя комната, когда я живу у дедушки. Я мне становилось скучно, я брал отвертку и отправлялся на поиски приключений. Дедушка запрещал мне входить в рабочий кабинет, но дети такие любопытные. Казалось, это просто отражение в окне. Что ты сюда положил? Какой странный замок. Боже. Военные вещи дедушки. А где там сейфка была снизу? Я чувствую, мне плохо будет после этой игры из-за того, что тут все черно-белое. Я так понял, это просто детектив. Разгадать загадку, кто убил нашего дедушку. Серпантина, выставка на картину. Дому моста по воскресеньям закрыта вход только по приглашению. Серпантини, каза шперлапон, доменди сарау. Босин инвити персонал. Это был дворец, да. Ладно. Шик. Погрузчик как дома на крутых склонах. Чё? Дедушки на погрузчик. Чё, покататься на нём будет? Бошия. О, нет. Ключ зажигания нету. Крышки еще есть место, я могу собрать больше сена. Но по идее же не должно далеко быть. Могила там, что ли?
тут калмы, конечно. Сейчас приду к гробу, а мне такие типа, я нужна лопата, чтобы его выкопать. Там я был. Пойдем туда сходим. И по дороге. А, туда-сюда катается. Поискай. Чё, она обратно не поедет? Видимо, нет. Но обычно могилу где-нибудь на возвышенности же делают. Что было? Церковь Иеремии. Вот церковь. Кто не отвечает? Закрытом. Ну, мы безбожники, поэтому... А, мы все равно не можем залезть. Похоже, Иеремия запер кладбище. Зачем? Он что, сюда каждый день люди приходят или что? Вы живете в хрен знает где? Вперед в туман.
Я. Понимаю, нам это пригодится, да? Прятаться. Ни хера не видно. Что там все надо как-то положить по-особенному. Опа. Ключ сломался. Мясо. Опять этот сон. Я запер в темной камере глубоко под землей. Нет окон, нет дверей. Тина Эша. Но ты не будешь брать. Так, ладно. Я не могу. Всё, не. Я пытался. Я пытался. Пойду я всё-таки спать. Да. Да меня Канаш заставил вообще. Я не особо хотел стримить сегодня, я хотел спать пойти. Зато я понял, что это головоломка игра. Она выглядит прикольно, но из-за того, что все черно-белое, все сливается друг с другом. Ну ничего, зато я сейчас высплюсь, завтра нормально постримлю уже. Наверное, Слайм Рейнджер. Посидим, кроликов поскрещиваем с кем-нибудь. Тут у меня было в голове дело про кофе, с кем он был. Рад, что тебе напомнил про него. А теперь спокойной ночи. Удачи тебе.